Рукописные богослужебные тексты и ноты, самодельные лампады и богослужебная утварь. Выставка «Свидетели подвига. Материальная культура русской церкви в период гонения» открылась в Москве в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского университета в рамках фестиваля «Весна духовная на пути к Пасхе». Смотрите сюжет Галины Ледвиной. Фестиваль «Весна духовная на пути к Пасхе» проходит уже в четвертый раз и всегда во время Великого Поста. Программа и в этом году насыщенная. Зрители смогут посетить концерты духовной и инструментальной музыки, запланированы встречи и презентации фильмов. Епархиальный дом и до революции был местом просвещения и духовного воспитания народа. Фестиваль служит возрождению этих традиций. Фестиваль «Весна духовная на пути к Пасхе» является одним из лучших проявлений и стремлений нашего центра восполнить миссию епархиального дома, так как еще до... Так как с момента создания в епархиальном доме постом всегда проводились большие мероприятия, просветительские, культурные, и они проводились для абсолютно всех слоев населения. В период поста епархиальный дом становился площадкой, где москвичи могли собраться и, независимо от своего сословия, погрузиться в культурную просветительскую деятельность. В этом году церемония открытия фестиваля была особенно интересной. После концерта в Соборной палате открылась выставка «Свидетели подвига». Экспозиция рассказывает о материальной культуре русской церкви в период гонений XX века. Для православных христиан это эпоха испытания веры. Пострадала церковь и церковное искусство. Активно уничтожались иконы, утварь, богослужебные книги и шитье. Создавать новое стало некому. Профессии, связанные с жизнью церкви, стали приходить в упадок и исчезать. Впервые из наших фондов представлены книги, иконы, утварь, которую создавали собственными руками верующие. У нас есть рукописные, перепечатанные на машинке, отдельные молитвы и целые молитвословы. У нас есть лампады, которые участвовали в домашнем богослужении, сделанные как там, например, из тонкой листовой жести или просто из консервной банки. Какая-то лампада изготовлена у нас из медицинской баночки. Вот. Но при этом она любовно украшена, приятная цепочка. Видно, что это делалось с любовью и использовалось благоговейно. Подручными материалами служили фотографии икон, вырезки старых журналов и литографии, репродукции известных картин. Из всего этого создавали свои домашние красные углы. Молитвы, целые молитвословы переписывали от руки и перепечатывали на машинке. В храмах появились рукописные богослужебные тексты и ноты. Когда не было возможности для богослужения заказывать профессиональных швей, сами на руках изготавливали поручи, петрохили, воздухи, как могли. Или, например, акафист, который там представлен, это вообще подарок моего супруга, когда он за мной ухаживал. Невозможно было найти акафист равноапостольной Ольги, он из кошелечка сделал, каллиграфически переписал найденный акафист, украсил, и вот тоже это для меня, например, очень личная вещь, но не все их сохранили. Экспонаты выставки напоминают о времени, когда ценности измерялись не стоимостью и не профессионализмом исполнения, а возможностью выразить свою веру и любовь к Богу и церкви. И петрохиль, сделанный из тонкой материи, такой. Священника вызывали в больнице, и он не мог это сделать открыто. Ему приходилось одевать светскую одежду и проходить незаметно, проносить с собой святые дары и облачения. Вот такой петрохиль очень легко было спрятать. Сохранились предметы из времени ссылок, вот, например, венцы, сделанные из проволоки. Выставка продлится до 18 апреля. Ее можно посетить перед началом мероприятий в Соборной палате или записаться на отдельную экскурсию.